С приходом весны и теплой погоды в крае стартовал традиционный месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов. В этом году он проходит с 29 марта по 29 апреля. На городских улицах, парках и скверах уже полным ходом идет работа по наведению санитарного порядка. Сотрудники общественно-социального центра моют и красят остановочные павильоны, очищают от зимней грязи придорожные бордюры, белят столбы и деревья. Параллельно ведутся работы по озеленению парков и скверов. К высадке цветов приступили в начале марта. На сегодняшний день на городских клумбах уже высажено порядка 10 тысяч цветов. В основном это виолы, локфиоль и сирена. Цветы устойчивые к перепадам температур. Также специалисты общественно-социального центра занимаются уходными видами работ – за розариями и другими многолетними растениями. Новыми яркими красками расцветают не только городские улицы, но и детские площадки. Сотрудники городской и районной администрации, а также учреждений социальной сферы активно включились в работу по приведению в порядок своей малой родины после долгой зимы. Практически ежедневно они участвуют в мини-субботниках, красят детские площадки, убирают сухую листву, белят деревья. Сотрудники администрации вышли на субботник, красят детскую площадку по улице Юных Коммунаров, 70. Вот. Хотелось бы жителей своих поднимать, и чтобы они тоже выходили, наводили порядки на своих придомовых территориях. Работы по наведению санитарного порядка продолжатся до конца апреля. 17 апреля состоится Всекубанский субботник, а 24 апреля – Всероссийский. Приглашаем всех жителей, сотрудников предприятий и организаций присоединяться к наведению чистоты и порядка на улицах родного города и поселений. Пусть первомайские праздники Славянский район встретит по-весеннему свежим, ярким и красивым. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».